Как думаешь, куда мы поедем? Блять, среди бела дня. А может, до шлюхи поедет по нам? Среди бела дня? Ну, все может быть. Макс, что ты делаешь? Катать сижу, блядь. Нихуя нового. Ищешь, пока он прокатнулся? Не хочешь тоже на роликах объявление порасклеить? Ну вы знаете, что курение не запрещено на канале. Канале, карнаваль. Не помещай меня на канал. Это запрещено. Ну да, две двери вообще. У меня вообще к двум дверям слабость, блядь. Московский. Московский. Сейчас мы Максим будем покупать памперс, чтобы он не обсирался ночью. Я это, бля, какой дерзкий пацан. Бля, два этажа? На четвертый. Он еще выше есть. А там лестница есть. Стрел приходит. Сейчас дверь откроется, да, нахуй. Фью. Пошел. Как вы расставили? Я хуже. На первую, по-моему. Привет, братко! Сегодня очень, блядь, великий день, блядь, продуктивный для него. Провести продуктивный. Потому что каждый день великий, блядь. У тебя нет случайно несколько 10-рублевых монеток? Блядь, не знаю, сейчас посмотрим. Мне просто на сотку. Ты расскажи лучше, блядь. 110 рублей будет стоить, наверное, на мойке. Еще знаем про пылесос. Свой сегодня еще не идет, распорядок. Ты ничего сейчас машину помыл. Потом свободен. А? Свободен тут? Ну, на некоторое время даже на утёщице они спят, спят. Болен. Ты нихуя, вот с ними сидит, за вас. Они выйдут?
сука, ты ебашит по голове ногами, просто пиздишь, чтобы медный там паху был, а ты его забиваешь ногами, блядь. Бывает такое, да. У меня на работе так каждый день. Нельзя делать, мы не пропагандируем насилие. Насилие, наркотики. Секс и рок-н-ролл. Нет, секс надо пропагандировать. И рок-н-ролл. Как вот читаешь подслушные истории, блядь. 16 лет, а они не знают, куда что сувать, предохраняться, как и почему они залетели, да? Ну, наверное, потому что затяясь принес. Вообще нихуя нет сексуального просвещения в нашей стране. Потому что максимум, что у нас был в школе, блядь. Священник, я помню, приходил, что-то рассказывал, блядь. Священник из этого, из гор города. Что хотел сказать, блядь. Вот и все. Сейчас моя малышка будет чистая и блестет. Блестет, блестет. Даже у этой мойки есть Инстаграм, а у тебя нет. ЗБС. Вот сказать добро пожаловать. Батя, самая вежливая. С вами Skyline PPV, и сегодня он, блядь, вам расскажет, нахуй, как, блядь, превратить, блядь, грязную тачку, блядь, в чистую, нахуй. Ну как, мыть ее, блядь, пиздец. Что ты скажешь? Тачке 20 лет, не мылась год, нахуй. Зеленая жижа, блядь. Вайп, вайп, нахуй. Чё? Сон охуенная вещь, мёд, блядь, хуярит. Я всё время об этом мечтал, блядь. Сейчас бессменный ведущий головных мыслей будет сосать за деньги. Пыль конечно же. Пыль, блядь. Пыль, не просто пыль. Пыль это не просто пыль.